То есть нас всех наебали, расходимся сейчас, да? Я уверен, что выпуск будет длинным, поэтому сразу можете забить себе кальяны. Вот, вот реально, зачем, блядь, профессиональных кальянных мастеров? Тут, блядь, все понятно. А можно задний проход называть шоколадной фабрикой? Там же шоколадки делаются, да? Ёб твою мать, дядя! Что здесь происходит? А здесь происходит то, что у нас здесь есть 9 чашек. Это 9 вкусов коллаборации Дафта и блога All In, да? All In. А, такая вот коллаборация. Это вам не просто кусок соломы приклеить сзади на двухсторонний скотч к пачке, да? Это серьезная коллаборация. Давай щипцы, Макс! Так, да, у нас есть 9 чашек, есть 3 кальяна, есть 3 колодки. Да, собственно, давайте начнем выборочно с таких вкусов, как первое. Давайте сейчас попробуем раскурить такой вкус, как Side Pop. Да, мы поставим его на CVP-шку. Запоминайте, ребят, Side Pop у нас на CVP-шке. Сторона жопы называется вкус. Сторона попы. Так, это у нас первый, да? На вуку у нас пускай пойдет такой вкус, как сиропия. Это сироп. Так, запоминаем, да, сироп. И на наш soft smoke пойдет такой вкус, как вункас. Вункас. Вункас, блядь, так, вункас, да? Так. Я уверен, что выпуск будет длинным. Поэтому сразу можете забить себе кальяны. А мы давайте, собственно, начнем, да? Начнем, наверное, с того, что у нас на CVP. А, нет, 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 нет. Давайте вообще поймем, что такое коллаборация компании Daft и блога All In, да? А, у меня есть брошюрка, и без телефона здесь я по-любому вообще не вытащу просто, да? Что это? Компания Daft в коллаборации с блогом All In представляет микс-линейку на базе коллекции соло-вкусов Daft. То есть нас всех наебали, расходимся сейчас, да? Это не новые вкусы, это просто миксы, да, как бы я это знал, но вы, скорее всего, этого не знали, поэтому я вам говорю, нас наебали, расходимся, то же самое вы, наверное, и подумали, да? А, здесь нет какой-то выработанной отдельной рецептуры, да, то есть нет тех вкусов, которых нет у Дафта. Это сделано все на том, что есть у Дафта, да. А, миксы были разработаны сильнейшими кальянными мастерами топовых московских заведений Tangiers Lounge, Чайхана номер 1, 354, эксклюзив Хай, да. Под руководством Владимира Денишкина и Романа Шутова. Зачем? Зачем, блядь? Вот реально, зачем, блядь? Вот зачем? Зачем нам это надо на рынке, да, как бы? Давайте посмотрим, что думают ребята. Дает возможность попробовать миксы от профессиональных кальянных мастеров. Тут, блядь, все понятно. Давай, запихивай все обратно в баночки. Макс, собирайся, поехали домой. Окей. Daft All In делает сложное простым и оригинальные, готовые к употреблению миксы, которые собрали в идеальных пропорциях в упаковке на 25 грамм. Да, ребят, это не пробнички, это такая упаковка, какая она будет. Я не знаю, сколько она будет продаваться, но, скорее всего, она лимитированная. И если есть возможность урвать где-то в магазине баночку или попробовать в кальянной, то обязательно попробуйте, да? Как это работает? Вот интересно, блядь, как этот табак работает? Он как-то по-особенному забивается? Может, у него какие-то особенные черты характера есть? Нет, давайте посмотрим. В каждой банке с миксом ты найдешь рецепт с... А, ну все, они про другое. А, да, здесь в каждой баночке есть рецепт, из чего это сделано. И, в принципе, ты можешь не обломаться, когда вся эта тема закроется, свернется и уедет, да, с нашего города. То ты можешь повторить это, лишь сохранив брошюрки, я их отфоткаю и загружу, да, специально для тебя. Да. Стань кальянным мастером экстра-класса. От кальянный мастер экстра-класса, это, ребят, у нас что-то новое, да, я никогда такого не слышал. Я понимаю, кальянный мастер, но
кальянный мастер экстра класса. Уебануться, это типа, Gold Elite, блядь, премиум элит, да? Так, тут фоточки, собственно, Владимира Денежкина у нас и, собственно, Романа Шутова, да? Ладно. Давайте теперь разбираться, что у нас забито. У нас есть такой вкус, как сайт-поп, сирупия и вункас. Давайте, собственно, посмотрим, что такое сайт-поп. Сайт-поп — это у нас смородиновый мохито. Как пишут ребята, вокруг куча народу, тесно и по-настоящему жарко. Глубокие басы проникают через все тело. Пора в чиллаут. Ха, ребят, ну его нахуй, вам вот в чиллаут не надо. Вот в сторону, куда пошел чиллаут, вам туда не надо. На барной стойке долгожданный ледяной мохито. Бармен подмигивает. Он явно намиксовал тебе что-то интересное. Соль, спайс, миксы нахуй. Полетели. Так, сайт-поп у нас здесь, правильно, Макс? Так, давайте посмотрим, что там у нас бармен намиксовал, блядь. Какие у него миксы, и посмотрим, услышу ли я басы. Я очкую, бля, ебать, там описание. Я не обещаю, что будет много дыма, времени греть нету, надо пробовать. Так, запоминайте. В сайт-попе у нас... Черная смородина, 30-ка, тархун 25, разбери 15, лайм-лемон 15, соур-пич 15, а-ля компот 18. Слушай, ну, скажу так, с описанием ребята явно перегнули немного. Да, это круто, это маркетинг очень мощный, но... С описанием перегнули, но вкус интересный, вот не спорю. Вкус прикольный, недостаточно, правда, свежий, как мохито с подзнойным солнцем Реутова, да? Это не то, что вам пить холодный ледяной мохито на курортах Южного Бутова. Ну, вкус интересный. В плане мохито, да, как бы кто любит такую тему, то очень-очень-очень интересно. Так, идем к нашему следующему вкусу. Это у нас чашечка на вуке. И что же это у нас, Макс, там? Вукас? Вункас? Или сируп сирупия? Здесь у нас сирупия вроде, я могу ошибиться, ребят, но не суть. Да. Давайте почитаем, что у нас сирупия значит здесь. Торт медовик, либо вункас шоколадный трюфель. Не, это медовик. Так, читаю. Был тяжелый день. Чтобы восстановиться, тебе нужно качественная сирупия тела и духа. Прими положение полулежа и насладись мягким тропическим вкусом без лишней сладости. Там так и написано. Сейчас, ну-ка. Оп, вот так. Не, работает. Прямо вот здесь, да, прикольно. Такой тропический, нежный... Не совсем десертный, а такой медово-дыневый какой-то вкус. Прикольно. Даже есть какие-то флешбеки из детства по поводу этого вкуса, да? Так, давайте посмотрим, что у нас в этом вкусе. Запоминайте, ребят. Бананогам, кокос, хазелнат, чизкейк. Блядь, да нет никакого флешбека с детства. Это мой любимый, блядь, кокос. Все понятно. Сирупия прикольная, вот его рекомендую попробовать. Да, прям реально, такой прям хороший. Хороший, прикольный, мягкий вкус. Так, ну идем к нашему следующему вкусу, это... Вункас.
Так, это шоколадный трюфель. А, Макс сказал, что пахнет сигаретами. Я запомнил. Вилли Вонка заманит тебя на свою шоколадную фабрику. А можно задний проход называть шоколадной фабрикой? Там же шоколадки делаются, да? Привяжет к креслу и начнет кормить десертами. Ребят, что за копра фантазии, блядь? Тебе обязательно понравится, мистер Вонка знает толк в сладком, блядь. А с теми, кто недоволен, происходят странные вещи. Осторожно, блядь. Ебать, там подтекст какой мощный. Ладно, давай, Вилли Вонка, посмотрим на твою копро-вечериночку. Реально, сигареты. Вилли Вонка, походу, много курит. И табака жрет много. Очень терпкий вкус. Прям такой шоколадный. А, немного аж звербит в горле. Ну, крайне на любителя, кто любит жесткую десертуху, да, то обязательно, кто вот по копру десертному, то обязательно рекомендую к вечеринке этой. Да. Немного сушит, прям очень сушит. Так, ладненько. Давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу. Бам-бам, мы вернулись. А, очень быстро. Так, у нас есть три следующие чашечки. И давайте, собственно, посмотрим, что у нас за первая чашечка. Она пойдет у нас на вуку. Это Джуси Ли. Джуси Ли. Да, типа Брюса Ли, но Джуси Ли. Да? Так, следующая чашечка у нас пойдет на CVP-шечку. Это у нас такой вкус, как фруши-баклуши, да. И, собственно, наш третий вкус, то есть а-ля шестой, да, это барета, типа берета. Это, ребят, это не стопроцентная информация, это я просто придумываю тогда. Так, как я и говорил, у нас нет времени греть, поэтому давай чисто на ароматику и будем ее пробовать угадать. Так. А, у нас первый вкус, это Juicy Liu. Juicy Li. Ну это все просто, это лимонные леденцы без всякой эротической фантазии испорченной, да, и копра вечеринок. Название, кстати, я угадал про Брюс Ли. Тот микс, как Брюс Ли, бьет ногой с разворота твоей неповторимой кислинкой. Когда очнешься и встанешь на ноги, то вспомнишь любимые лимонные леденцы. Набери их побольше в грудь и отправляйся обратно в нокаут. Вот как тебе? Смешно? Походу, тот, кто писал, был очень серьезным, когда это писал. Так, ну ладно, погнали, Брюс Ли. Я как бы тебя ценю, уважаю, да, ты там любимчик многих, икона. Ну да, учитывая то, что мы его, в принципе, даже не прогрели, то... Вот именно лимонные леденцы прям очень хорошо чувствуются. Не те самые противные, мерзкие, да? А именно такие с маленькой сладостью. Кислиночка есть, но она больше такая, знаете, скорее всего, откроется нихуевенько так на перегреве, да? Вот когда... Когда ты начнешь его перегревать, то ты хапнешь нормально этой кислинки, потому что она сейчас уже немного чувствуется. Так, давайте, пускай греется, мы к нему вернемся еще на втором круге. Так, да, давайте сейчас попробуем наш следующий вкус. Потом расскажу. Фруши. Сру я вам Вонкой в уши. Так, да, давайте посмотрим, что это у нас за вкус. Яблочный шнапс. Это у нас такая прикольная тема, по идее. Кажется, ты попал к суровым немцам куда-то в глубинку. Из напитков здесь...
Я специально читаю с такой интонацией, да, чтобы как-то было немного интересно. Признают только шнапс. И никакие столичные суши, только фруши. Насладись вместе с шумной компанией, насыщенным терпким ароматом со спелыми фруктами. Стоит задержаться здесь подольше. Кальянщик, можно нам фруши? Нас 10 человек, нам один кальян, мы хотим здесь остаться и наслаждаться. Ну, как? Немцы, вы пиздец неудачники, блядь. Вы реально немцы, я. Вы там говно жрете, что ли, я не знаю. Ладно, окей. Попробую описать вкус как такового. Вкуса именно насыщенного, яркого я как бы вообще не чувствую. То есть даже какого-либо намека на вкус, прям яркий такой, вот как любят немцы, шнапс, не почувствовал. Вот честно, не почувствовал, но он в миксах потеряет. Так, бля, каких миксах это есть миксы, бля, куда? Это же пиздец, представьте, ребят. Вы берете 3 баночки All-In'а разных и делаете из этого микс. То есть вы делаете из миксов микс, чтобы получился микс. Это пиздец. Вот это реальные кальянные мастера. Такого я просто не могу сделать. Да, ладно, окей, идем дальше. Барьета. Барьета. Ципполета. Кто смотрел «Щенячий патруль», ставьте лайк Ципполете. Заряди. А, это малиновый пирог, кстати. Да, он очень, очень крутой, я его курил. Напрокачаем. Заряди барьету в кальян. Не забудь про наши фирменные угли и наберись терпением. Кстати, угли, да, достойные, да, как бы рекомендую. Спускай курок, мощный малиновый выстрел превратит твой вечер в крутой боевик. Вкус, который не оставит скуки никаких шансов на жизнь. Да, кстати, здесь согласен, да, как бы с описанием немного переборщили. Очень хороший малиновый чизкейк, малиновый пирог получился. Мне он очень понравился, я его реально курил на прокачаем и не один раз. Чтобы вы понимали, это такая нежная малинка, как будто вот ее миллион раз перемололи и при этом не сахарили, да? То есть оставили первоизданный вкус. Вот прям первоисточный, какой вот должен быть. И добавили туда немного вот реально прям пирога, просто перемешали с малиной и получился такой вкус. Прям любителям вот пироженок... тортиков всяких, малиновых, чизкейков. Очень прикольно. Малиновых нью-йоркеров. Малиновые нью-йоркеры, блядь. Короче, да, довольно-таки прикольно. Так, давайте вернемся к нашему Брюс Ли. Запоминайте. Лемон лайм 40%, фейхуа 30%, тархун 15% и гранат 15%. И давайте мы вернемся к нашему кислому удару и посмотрим, что из этого у нас вышло. Да, кислинка появилась. При этом первоизданный вкус как бы остался неизменным. Прикольно. Довольно-таки здорово. Давайте, собственно, мы сейчас прервемся. И у нас осталась последняя, третья партия, грубо говоря, 3 чашечек. И мы, собственно, также их взорвем и почитаем, что там пишется о них в описании. Короче, парни, я только что догнал. У нас здесь 9 чашек, а в брошюрке 10 вкусов. И вот какой-то вкус мы не забили, оставим его чуть на попозже, да, грубо говоря. Мы его прокурим просто вчистую, то есть одну чашку, да, то есть не получится 3 охуительных порции по 3 чашки, да. Собственно, давайте разбираться, что у нас есть. Так, на Soft Smoke пойдет дезерт, типа Зиверт. Да ебать. Так, на CVP-шечку пойдет Лолигаг. Да? И на Вуку пойдет на Карат. На Кукан. На Ротан.
Давайте, собственно, взорвем наш дезерт. Этот вкус я тоже курил на прокачаем, я его знаю, он мне тоже понравился. Он такой хорошенький, приятный, максимально тоже десертный вкус. Ну, давайте, собственно, прочитаем, что о нем пишут в брошюрке, потому что брошюрки я не читал. А, это ягодная панакотта, да, это максимально топовый вкус, вот из всех вкусов, именно вот дезерт, дезерт пустыня, он максимально охуевший был, да? А, ты долго брел по пустыне безвкусия, и на горизонте наконец-то появилось что-то классное, свежее и ароматное. Это ягодный десерт, твой неисчерпаемый источник вкуса на этот вечер. Наслаждайся, братишка! Погнали наслаждаться. Да, это ягодная панакотта, такая десертная, приятная. Ягодная. Вот самое главное, она ебейше ягодная, да? Так, попробую описать. Это максимально сбалансированный ягодный вкус. И вот как бы приставочка десерта, она как бы есть, но не настолько. А где-то в окончании, но больше-то ягодно, такой броженный, броженный вкус. А, более пьянющие ягоды и очень интересно курица. Так, идем. А, так, что в этот вкус входит? Запоминайте. А, чизкейк 50%, личи 20%, разбери 20% и фисташковый крем, фисташковое мороженое 10%. Вот фисташковое мороженое там вообще потеряно и им даже близко не пахнет, да? А, идем к нашему кальяну на CVP-шечке. Это лолигак. И это у нас вкус фруктовый попкорн. Это очень круто. И вот попкорн, кукуруза, вот такую вот ебетень я очень люблю. А вечерний киносеанс на диване с друзьями может стать в два раза круче, если к вам подключится такой вкус, как Вонка и, блядь, Копровечеринка. Достаточно заменить тарелку с надоевшим попкорном на кальянный микс лолигак. Экзотические фрукты развернут вкус воздушной кукурузы на 180 градусов. Увлекательно. Давайте. Вот читаешь, вот ты реально читаешь, думаешь, ебать, сейчас заебенюсь, как наебенюсь попкорном, бля. 180 градусов, это обратная сторона Луны, бля, сейчас наебенюсь. А потом куришь и понимаешь, что? Короче, прям вот такого ярко выраженного попкорна здесь нет. Но очень сладенько, очень прикольно и очень мило. Да, мило. А, в целом, очень хороший вкус. А, не такой прям приторно-ярко насыщенный, но очень сладенький. То есть девочкам вот зайдет в самый раз, но друзьям на одном диване с тобой сомнительно. Да, хороший вкус, прям вот ничего плохого вообще не скажу. Даже угорать над ним не буду, просто реально хороший вкус. А, если вы считаете, что мы... Если вы считаете и думаете, что после каждой третьей чашки мы не меняем воду в кальянах и их не моем, вы правильно думаете, мы этого не делаем. Так, погнали. Наш последний вкус, это накарат. А, кстати, что входит в лолигак... Получается фейхуа полтинник, ананас 30 и кинкорн 20. Так, и у нас последний вкус, то есть предпоследний, это накарат. Это индийская газировка, это самый первый вкус, который я попробовал на прокачаем, кстати, мне ребята вынесли. Джимми, ача-ача, попробуй индийскую газировку и пробуди свой талант танцора диско. Клубы дыма, пузырьки колы. Щиплет нос под ногами, хрустит попкорн, ничего не понятно, но весело. То есть, да, реально, нихуя было непонятно, что там было написано. Но прикольно, вот и Кока-Кола чувствуется, и Пан Масала чувствуется, да, и Кинкорн, как я понял.
Да, и смородина еще осталось добавить. Очень интересно. Очень интересный микс получился. Да, прикольно, прям индийское, прям вот воняет. Индия, пиздец, ногами прям, да шучу. На самом деле интересный вкус получился. Но вроде как бы все, но я все-таки не могу понять, какой мы вкус проебланили. Давайте-ка еще раз. Сиропия был, Кэнди Лейк был. Кэнди Лейк? А, ребят, вот, кстати, Кэнди Лейка и не было. Ну ладно, я вам расскажу, потому что я его курил, и прям реально я просто уже не могу курить, как бы, да, меня прикольно так вштырило от этого всего. В целом, давайте расскажу про Кэнди Лейк. Это фруктовый джем. Это просто очень прикольный такой малиново-фруктовый вкус. Интересный, насыщенный, но очень приторный. Поэтому его либо мешать, либо вот любителям приторнухи прям в самый раз, да? Это описание, это микс как... мощный как Escalade, вечный как Devil и популярный как Cable. Это вкус яблочного джема. Прокатись по настоящему миксу вдоль и поперек. Не забывай иногда притормаживать. Вот, собственно, я и, наверное, не буду про это забывать. И приторможу с этим Кэнди Лейком, да? Теперь давайте, собственно, подведем итоги. Вообще, что это такое All-In? Как вообще я его воспринял? Вначале я реально, как и вы, наверное, думал, что это какая-то жесточайшая коллаборация. Там, где... прям продумывали новую технологию, прям вообще это один-один, вообще другой продукт, да, в другой, это все другое, но немного не оправдались ожидания, но получилось довольно-таки здорово. То есть разнообразить вот эти моменты курения вот этими вот олыновскими миксами на основе Дафта вполне даже нужно, да, то есть даже обязательно это сделать, потому что очень необычное сочетание вкусов. И вот эта вот вся вот композиция, грубо говоря, ароматическая линия, да, она очень прикольная. Курится все это очень здорово, по крайней мере, да, то есть не бьет по горлу, блядь. И, конечно же, самое главное, все довольно-таки достаточно, ебучие слова-паразиты меня заебали. Посоветуйте мне хорошего репетитора, который меня от этой всей хуйни отучит, да. То есть круто, вот реально вот все круто, не бьет по горлу, курица мягко, приятно, сбалансирована, и самое главное, что прям вот так, как надо. Поэтому это, ребят, это, задел микрофон, коллаборация Дафта с All-In'ом, и я также напомню, что есть ссылочка в описании, там проходит конкурс, называется он Daft, Mix Hero 500. Что значит 500? Это 500 победителей, которые получат именные доски от компании Daft, кучу разных ништяков, кучу промо-наборов, то есть это получит каждый из 500 человек. Все, что нужно сделать, зайти на эту ссылочку, тыкнуть и почитать условия и начать участвовать, и обязательно подписаться на меня, потому что это обязательное условие. Так что, ребят, это все, это All-In, это кальянная Hookah Game 24, это компьютерный клуб плюс кальянная, и работает она круглосуточно и находится на Бауманке. Ссылочку на эту кальянную я оставлю в описании. Ну и, конечно же, по промокоду DAVA вам скидочка 20% на все кальяны. Так что пока-пока!